Средний палец подставляем под срез клавиатуры. Вот, у нас находится внизу. Отличие от современного инструмента, остроконечного в основном, ручки хламы, маркеры или карандаша, этот инструмент плоский. Если кто-то когда-нибудь писал пером, попробуйте взять капельку чернил и на подложке или прямо вот на прописи попробуйте провести вот на эту черту. Левую руку лучше не держать на коленях, а придерживать лист. Хорошо? Строки сделать вот такую черту. Вот здесь. Маловато взял. Так, конечно. Ребятушки, как бы, ну что ж, как дети мало. Что такие? Что вот как вы думаете, откуда мы начинаем писать? Уже поздно. Мы начинаем писать сверху. На доску. На доске пишите. Не надо на доске.